Моя история проста, как миллионов здесь, живущих на планете. Дышала, радовалась, плакала, жила, не знала, что слепа была, и мир видела перевернутым. Все было дом, работа и семья, и выглядела, как у всех, обычно. Но вот явился в моей жизни Господь, и стало как-то в моем дне мне непривычно. Он начал открывать глаза, брал мазь и возвращал мне зрение, и видение свое мне дал на дом, работу, отношения. И удивлению нет конца, и каждый новый день, как первый. Перемена разума произошла, и новое отношение к жизни появилось. О, он умеет изменять сердца, что спали, пробуждать к свободе. И он умеет убеждать и великолепно мотивировать. Из опыта своего могу дать совет. Кто думает, что стоит, смотрите, не упадите. Хотите суть истины познать, в сердце Господа примите. И произойдет взрыв, пожар, все деструктивное разрушит. Огонь Святого Духа все сожжет, что не дает дышать в свободе. И это само собой произойдет, когда возьмем за руку Иисуса. Доверимся Ему на все 100, а может и на 1000%. И перемены не заставят себя ждать. Вся мишура исчезнет, и мир Божий в жизнь придет, и радость неподдельная.